В эти дни все внимание приковано к олимпийской столице России, городу Сочи. Именно там проходит масштабный международный форум, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Одно из мест притяжения фестиваля – масштабная выставка российских регионов и стран мира. Она развернулась в Олимпийском парке Сочи. Под одной крышей в выставочном центре – народы необъятной страны. Экспозиция нашей республики выделялась на общем фоне, открытым, интерактивным характером. Здесь занимались физкультурой, танцевали, фотографировались в фотопавильоне и даже разучивали чувашский язык. Эпсанайрадам. Как тебя зовут? Женя. Женя. Эбе Женя Ятва. Меня зовут Женя. Эбе Женя Ятва. Ятва. Эбе Женя Ятва. Давдабуш. Таргашин. Особенным вниманием пользовалась станция беспроводной зарядки для гаджетов. Одним из первых разработку чувашских ученых оценил первый заместитель председателя Государственной Думы России, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Не исключено, что такие станции пригодятся и на чемпионате мира по футболу. Александр Жуков отметил, что республика достойно удерживает позицию самого спортивного региона страны. В дни фестиваля большая часть делегатов из Чувашии вышла на старт марафона. Бежим! 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 В насыщенной повестке форума нашлось место политическим площадкам, деловым встречам, научным дискуссиям и, конечно же, культурному и спортивному досугу. Молодежь с интересом знакомилась с традициями и обычаями других народов. Мне очень приятно было с вашей делегацией познакомиться. Мы живем вместе, такие активные, позитивные ребята. Вот видели ваш стенд, познакомились с главой республики. Я думаю, что где-то в будущем будут проекты совместно, особенно по образовательной программе. И как представители университета мы только за мобильность и за новые проекты. Каждый регион на выставке удивлял своей творческой фантазией. Причем участники форума могли по виртуальному мосту переходить из настоящего в будущее и даже в прошлое. Добро пожаловать в традиционную тувинскую юрту. Юрту очень часто сравнивают с миром. То есть, вот если посмотреть наверх, смотрите, это вот дымоходное отверстие, это как солнце, лучи солнца, а стены, они символизируют как бы горы. Что интересно, вот эти хана, они сделаны без единого гвоздя, то есть они... Вот эти жердочки скреплены особым образом завязанной кожей. Фестиваль стирает границы. В Сочи приехали гости более чем из 180 стран. На полях Всемирного форума завязываются новые контакты. Наша команда Чувашской республики, молодежь Чувашии участвует, их 125. Все устроились, все счастливы, все рады. И кроме этого еще приехали 60 волонтеров для того, чтобы оказывать разным делегациям с разных стран посильную помощь. Это тоже... будет писано золотой страницей в историю народа Чувашии. Вот пройдет этот фестиваль, они будут оценивать, вспоминать, общаться, переписываться и так далее. И кто-то найдет с помощью этого фестиваля достойное место. Нам есть чему поучить как другие регионы, так я считаю, и чем поучиться и другим странам. Каждый пятый молодой человек нашей республики является волонтером. У нас очень развито общественное движение детских и молодежных общественных организаций. Делегации российских регионов и зарубежных стран на фестивале обмениваются опытом. Запомнился парень из Филиппин. Мы с ним вчера познакомились. В Олимпийском парке он рассказал про свою страну. Я рассказал о том, как наша молодежь развивается и самореализуется в Чувашской республике. Площадка форума – это реальная возможность приобрести друзей по всему миру и поближе познакомиться с Россией. Я уже участвую в России. Это уже 4 года. Поэтому мне интересно, чтобы как участвовать на Всемирном фестивале молодежи студентов, потому что здесь есть как большой шанс, чтобы встретить разных людей из разных стран, еще как можно применяться идеи как между нами. Я знаю, что в России было и жили очень известные и великие люди. Да, я думаю, что Россия это великая страна. Вот так.
Эту же песню через несколько часов участники форума юности планеты хором пели уже на главной сцене во время торжественного открытия Всероссийского фестиваля молодежи и студентов 2017. Торжественная церемония открытия 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходит во дворце спорта «Большой». Там находятся гости и участники фестиваля. Среди них и делегация Чувашии. Те, кто не смог попасть внутрь дворца, могли наблюдать за торжественной церемонией с Медал Плаза. Прямая трансляция велась прямо с Олимпийской площади. Приветствую всех вас в России на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов на форуме. На форуме юности планеты, самым представительным за всю его историю. Дерзайте, создавайте свое будущее, стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. Объявляю 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. На большом празднике под открытым небом молодые люди из 5 континентов, более 30 тысяч человек. Эмоции переполняют, столько народа, столько молодежи и студентов приехало сюда. Все супер! Гордость за нашу страну, что все в таком масштабе и все довольны. Иностранные граждане все вроде улыбаются, все довольны. Все такие отзывы положительные. Нам дали вот такую вот экипировку, очень яркую, цвета нашего фестиваля. Все выделяемся. I am Melinda. I am from Sri Lanka. Меня зовут Мелинда. Я из Шри-Ланки. Сочи – это замечательное место. Люди нам помогают. Отдельное спасибо волонтерам. Они поддерживают нас постоянно. Я очень люблю русскую еду. Шри-Ланка, Россия, Туасия! Девиз фестиваля «За мир, солидарность и социальную справедливость» актуален как никогда. Эти темы и стали главными на площадках Всемирного форума. Молодые люди своим примером готовы доказать всему миру, как велика сила единства молодого поколения 5 континентов.